Привет, друзья. Если меня сейчас слышно, то это бы хорошо. И сегодня будем играть в Sims Free Play. Снимаю я с помощью Mobize. И сейчас я захожу в Sims Free Play. И сейчас мы не будем, как сказать, сейчас мы не будем именно играть по заданиям. Я покажу вам обычный гайм, как я говорю, как... Как у меня жизнь в Free Play. Так. Наша Сара Вейн закончила свои дела. Тогда иди, пускай Сара наша Вейн приготовит яичницу с беконом. Это займет 8 минут, если не ошибаюсь. А, это 5 минут, не заметила. Значит, наш Пол Вейн почти закончил читать журнал. У нас не взломанная версия, поэтому все приходится делать самой. Это наша Стаси Бэйн. Это наша Сара Бэйн. Это наш Оуэн Уокер. Хотя, по сути, у него должна была быть тоже Пол Уокер. Поскольку он взял фамилию Сары, так вот получилось. Так, я что-то такое что не увидела. Сейчас. Ну, что еще? Все, нашла. Такая вот у нас квартира. Все эти 4 человека как бы не живут, но они приходят друг к другу. Скоро у нас Бетти и Уна будут дети. Возможно, тогда они не будут уже приходить сюда. Он вообще здесь спит. Бетти уходит от нее часто, она почти дома не бывает. Они... Подождите. Сейчас, по сути, Бетти может предложить... Карен, пойти Карен, может приехать. Не более же наоборот. Мне показалось ли? Сейчас. Начала играть просто другая музыка, я решила изменить. Да, мне сейчас низкая зарядка. Поэтому, наверное, давайте мы с вами перенесемся на другое место. Где зарядка? Окей, уже 1%. Нет, никак не радует, потому что 1% зарядки это плохо. Очень сейчас сделаю громче музыку. Немножечко. Так, я сейчас поставлю наш планшет на зарядку. И где наша музыка, так вот я выключил. Это будет второй микрофон. Так, что у нас тут? Все замечательно. Так, замечательно. Заряжается, да? Так, сейчас подождите. Все, пошли. Извиняюсь за то, что... Все, пришли, будем играть. Так, все. Да? Нет. Все, да. Планшет заряжается. Замечательно. Сейчас доходит русского нашего Симса. Я параллельно буду играть и есть. Семья. И есть я буду мороженое. Хотя это не важно. Я думаю, меня за музыкой может быть не слышно. Так, теперь. Я
я бы взяла, хотела бы прогнать нашего. Давайте мы его берем сюда. Пускай он пойдет спать к вам. Так. Ты домой иди. Это уходит от нас. Так, значит, что? Что мы делаем? Он ушел, правильно? Так, теперь идем к ней, давай. Тоже отправляем. Я не знаю, зачем он тут в нашем доме. Сколько? Сейчас. Собираем доходы, все, больше нигде нет. И теперь... Не, домой. Идем. На заднем фоне опять играет музыка, я на заднем фоне еще шум есть, поэтому я включила музыку. Так, сейчас у нее барышка обстановка дома. А вот теперь ты иди сюда, на кровать, глубокий сон. Ну все, да. А вот теперь наша Стаси Бэй, наша, сейчас мы найдем ее, и нам нужно будет посмотреть... Что у нее с хочет ли она кушать, в общем, хочет ли она спать. Так, ей она хочет спать, и ей нужно покупать. Так, значит, как ее покупать? Я не знаю, вот ребенку можно покупать? Что? Я вот не знаю, напишите в описании, в что. Значит, день рождения, сон. Как ее покупать? Я ж не знаю даже. Окей, она заработала золотую терку, молодец. Принимать пищу, терпеть смену подбудника. Терпеть смену подбудника, пускай даже так. Я не знаю как. Честно же, детских. Именно ванночек детских. Что здесь новенькое? Классно. А, мебель. Детских ванночек я еще не видела, если честно. Даже мне на глаза даже не попадались. Именно детские ванночки. Тут нет ничего. Как бы, да? Я не знаю, честно, как сделать. А, так все уже. Я же и менял 3 раза подгузник. И сейчас давайте нашего отправить спать. Давайте спать 4 часика. Все, пускай она спит. Маленькую нашу сейчас приблизим ее. Наша маленькая спит. Хорошая такая. В общем, да, вот так вот. Идет, проходит наша жизнь в Sims. В игре Sims. А попозже я буду выпускать, я сейчас выйду по вот этой вот игре, The Canal Mania, а по редактированию, Инстаграму, ВК, Ютуб, ну и свою музыку я не буду обозревать, но может какие-то еще другие игры. Это все будет потом. А сейчас подписывайтесь, ставьте лайки. Я всех люблю. Пока-пока. С вами была Влада.